Свет, можно мне уже конфетку? Я уже поел. Нет. Ну почему? Потому что ты сегодня съел уже 10 конфет. 5 твоих и 5 моих, между прочим. Эх, значит нельзя? Ты прям капитан очевидность. Конечно нельзя. А может, чуть-чуть кукурузных палочек? Ты меня что, не понимаешь? Нет, нет, еще раз нет. Иди играй. Эх! Ты что такое задумал, ничего. Свет, а как ты думаешь, что там мама там наверху делает? Чихает. О, пойду я скажу, будь здорова. Ага, как же, будь здорова. Пошел у мамы конфеты выпрашивать. Спасибо. Ничего себе. 39. Кажется, я заболела. Мам, а можно мне что-нибудь сладенького? Я очень-очень хорошо покушал. Я всю кашу съел. Богдан, я сегодня уже дала вам со Светой конфеты. Нельзя много сладкого. Ну, хоть кукурузные палочки можно или шарики шоколадные. Палочки тоже сладкие. Эх, жаль. Ведешь же маме. Почему везет? Она сказала, что болеет, а когда болеешь, тебе дают все, что захочешь. Болеет, и ты молчишь? Я же тебе сказал! Ты не так сказал! Так, ей нужно налить чай, горячий, с лимоном. Че ты стоишь? Лимон доставай! А ну, это лимон маме в чай. Стоп, а у нас малиновое варенье есть? Кажется, нет. Я какое-то варенье съел. Вот ты сладкоежка. Надо будет потом бабушку попросить, чтобы она заново сделала и убрала на самую верхнюю полку шкафа, чтобы ты ничего не слопал. Стоп. Сейчас. Чай не трогать. Я кому сказала не трогать чай? Это маме. Пошли, нам надо кое-что взять. Так, это специальная маска, чтобы нам не заразиться. Ну все, мы готовы идти к маме. И витаминчик. Пошли. Витаминчик и я могу. Яблоко не дам, иначе все сожрешь. Мамочка. Мамочка.
Мы тут тебе горячий чай с лимончиком притащили и витаминчик. Хочешь? Да. Ничего не надо. Главное, чтобы вы не заразились. Поэтому лучше выйдите отсюда и даже не заходите ко мне в комнату. Ладно, мамочка, как скажешь. Но если ты чего-то захочешь, ты нам скажи, мы сразу все сделаем. Да, мигом принесем. Хорошо, хорошо. Бедная мама, она же болеет. Жалко ее. Да. Ничего не хочет, ни яблочко, ни чай. Эх, как мы ее лечить будем, а? Ну, а если мама ничего не хочет, то может мне сделать чай? Только сладкий-присладкий. Сладкий-прикакой? Так, ты же не болеешь. С чего вдруг я должна тратить свои силы и готовить тебе чай? Мне кажется, у меня температура. Да нет у тебя никакой температуры. А как ты можешь без градусника понять? Очень просто. У тебя лоб не горячий. А может у меня подмышкой горячая или на ножке? А может ты просто симулируешь? Ладно, на тебе градусник, измеряй свою температуру. На тебе твой чай. Объявляю карантин. А ты это, мери свою температуру. Свой градусник. Что? 40 градусов? Как это? И лоб же не горячий. Эх, я же чувствую, что заболел. Кошмар! Тебе же нужен постельный режим. Да, мне нужно лежать и что-нибудь сладкое. Бедненький, мой маленький крокозябличек. Не волнуйся, сейчас я тебя буду лечить. Так, на тебе котика, чтобы он тебя успокаивал. Сейчас я тебе что-нибудь притащу. Дай мне, пожалуйста, сладкого много, конфетку одну. Тихо. Ладно, сейчас я что-нибудь найду. Богдан, я конфет не нашла. Себя кукурузные палочки Драксус устроят? Ага.
тебе. Нет, я тебя сама покормлю. Кушай, маленький. Может, тебе чай принести с лимончиком горяченький? Когда болеешь, надо много жидкости пить. Не, не хочу, он кислый. Вкуснятина. Надо врача вызвать. Не надо врача, мне уже капельку лучше стало. Как это не надо? У тебя нетипичная ситуация. Ты на ощупь холодный, а температура высокая. Я не знаю, как тебя лечить. Зато я знаю, что мне нужно леденец сладкий, еще мед, сиропчик от кашля, еще варенье. Мне нужно только малиновое с клубничкой. Да ты прям как Карлсон из мультика. Он тоже тортиками и вареньем лечился. Ну вот, ему же помогало, и мне поможет. Богдан, как-то это все очень подозрительно. Мне так кажется, что ты вовсе не болеешь. Нет, я болею. Сейчас мы еще разок температуру померим. Зачем так часто мерить? А ну-ка ставь градусник. Так, сейчас посмотрим. 36,6. Ой. Только что было 40. А тут 36,6, и ты мне хочешь сказать, что температура так просто упала без таблеток? Это все кукурузные палочки. От них можно вылечиться. Вот я и вылечился от них. Ах ты симулянт маленький. Это просто новый способ лечения. Я тебе сейчас такой способ лечения устрою, такой... Не, ну вы представляете, ну вот как он умудрился на градуснике сделать 40 градусов? Ну иди сюда!